Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать начало вязания кольца амигуруми и круга амигуруми. Вяжется крючком, ниточками. Я специально связала вот такой небольшой образец, чтобы вам показать. Состоит круг из кольца амигуруми движущего или волшебного кольца и постепенных прибавлений в каждом ряду. То есть из вот такого колечка провязывается до нужного диаметра с помощью прибавлений. Этот кружок вам поможет при вязании различных шапочек, как детских, так и взрослых, так и при вязании игрушечек, которые сейчас в основном состоят из колец амигуруми. То есть вам именно вот это колечко станет в основе вязания. Вязание довольно-таки плотное. Если будете какой-то, допустим, использовать наполнитель в вязании игрушек, то не будет сыпаться, вываливаться, просачиваться здесь. Вот, ну, то есть очень довольно-таки плотное вязание. Особенно если подберете под пряжу хорошо и правильно крючок. То есть если будет у вас плотное вязание в соответствии с толщиной нити и крючка. Если кому интересно, присоединяйтесь. Я буду сейчас показывать, как сделать вот такой вот кружочек. Берем ниточку, крючок, я взяла потолще, чтобы вам было видно, и делаем кольцо. Зажимаем между большим, средним и указательным пальчиком ниточку. Теперь обводим вокруг пальчиков, сделали вот такое вот визуальное кольцо. Нам нужно сделать движущее кольцо, поэтому мы берем крючок, ныряем под ниточку, захватываем рабочую ниточку. У нас получилась вот такая вот петелечка. Просто я захватила рабочую ниточку и вытащила в колечко. Теперь закрепляем ее, вот так вот захватываем крючком ниточку и выводим в петелечку. Затягиваем слегка. У нас получилось движущее кольцо. Смотрите, если мы потянем за короткий краешек, у нас немножечко сужается, либо раздвигается вот это колечко. Теперь нам нужно провязать колечко 6 столбиков без накида. Что мы делаем? Мы берем крючком, ныряем в колечко, захватываем рабочую ниточку. У нас на крючке 2 петелечки. И снова захватываем рабочую ниточку, продеваем. У нас провязан столбик без накида. Повторяем. Ныряем в колечко, захватываем рабочую ниточку, на крючке 2 петелечки, захватываем снова рабочую ниточку и выводим вот так вот через 2 петелечки. У нас на крючке 2 столбика без накида. Снова ныряем в колечко, захватываем ниточку рабочую и продеваем еще раз рабочую ниточку через 2 петелечки. Ныряем в колечко, захватываем и еще раз захватываем. Это 4 столбика. Ныряем в колечко, захватываем и еще раз захватываем. Это 5 столбиков. И последний раз ныряем, захватываем, выводим. Теперь что мы делаем? Мы снова находим вот этот короткий краешек и, придерживая последнюю петлю на крючке, стягиваем колечко, то есть просто тяните за короткий краешек, придерживая вот это колечко. Все, мы с вами затянули кольцо амигуруми, в которое набрали 6 столбиков без накида. Теперь берем снова рабочую нить на пальчик, ложим и находим первую петелечку. У нас на крючке должно получится 7-я петелечка, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 и на крючке 7-я петелечка. Вот мы находим первую петелечку и сразу вводим крючок за обе стеночки. Захватываем рабочую ниточку, у нас на крючке 2 петелечки. Снова делаем столбик без накида, захватываем еще раз ниточку и продеваем сквозь 2 петелечки. У нас провязан столбик без накида 1. Теперь снова сюда же ныряем, в эту же петелечку, захватываем ниточку и снова захватываем ниточку, продеваем сквозь 2 петелечки. У нас в первую петлю провязаны 2 столбика без накида. В каждую петлю этого ряда мы будем провязывать по 2 столбика. То есть в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. При этом мы провяжем в каждую из петелек 6 петелек
провяжем прибавочку, это называется. То есть мы провязываем следующую петелечку столбик без накида 1 и сюда же второй провязываем. Снова ныряем, 1 столбик провязываем без накида и сюда же второй провязываем. Четвертую петелечку провязываем столбик без накида, сюда же ныряем столбик без накида. Следующую петелечку провязываем столбик без накида, сюда же столбик без накида. Снова столбик без накида в следующую петлю и сюда же столбик без накида. Мы должны посчитать, у нас получится 12 столбиков в конце ряда должно. Просчитываем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Все, мы в каждую из петелек провязали 12, по 2 столбика, то есть в конце ряда 12 столбиков получилось. Теперь вы можете взять кусочек ниточки другого цвета, либо маркер, чтобы отметить начало ряда. Я возьму просто ниточку другого цвета. Мне маркер неудобно двигать, поэтому я беру ниточку и просто ставлю в начало ряда. То есть, смотрите, я ее просто вот так вот продела за две стеночки. При этом остался кончик сзади и остался кончик спереди. Хорошо его натяните, чтобы он не мешал вам вот эту первую петелечку видеть. Теперь мы будем чередовать, провязывая столбик без накида и в следующую петелечку прибавочку. То есть находим первую петелечку. Провязываем в нее столбик без накида. В следующую петелечку делаем прибавочку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик во вторую петлю и 2 столбик во вторую петлю. Снова чередуем в третью петлю столбик, в четвертую 2 столбика, то есть прибавочку. Снова столбик. В следующую петелечку прибавочку 2 столбика без накида в одну петлю. Снова провязываем столбик. В следующую петелечку прибавочка 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик. В следующую петелечку 2 столбика. Столбик и сюда же столбик. И последний раз, шестой. Столбик без накида и в последнюю петелечку делаем 2 столбика без накида, то есть прибавочку. В конце этого ряда у нас получилось по кругу 18 столбиков. То есть вот они у нас петельки, вы по ним легко можете посчитать, что у нас получилось 18 столбиков. Мы сделали 6 прибавок. И в каждом из последующих рядов мы будем делать по 6 прибавлений до нужного нам диаметра колечка. Или круга. Мы сначала набрали 6 столбиков, в следующем ряду мы сделали в каждый столбик прибавочки, то есть по 2 столбика провязали, у нас получилось 12, то есть 6 плюс 6 – 12. В третьем ряду мы сделали снова 6 прибавлений, то есть 12 петелечек плюс 6 – 18. Вытаскиваем наш маркер или ниточку и снова ставим начало ряда как отметочку. То есть вот, вот так вот просто в начало ряда. Снова находим первую петелечку. В этом ряду мы опять будем делать 6 прибавлений. Но чередовать будем столбик без накида, в следующую петлю столбик без накида, в третью петлю 2 столбика без накида, то есть прибавление. Столбик, столбик, 2 столбика, столбик, столбик, 2 столбика. Тем самым будет прибавляться 6 столбиков в ряду. Итак, начинаем. Первую петелечку столбик без накида. Во вторую петелечку столбик без накида, в третью петелечку прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик и сюда же второй. Снова 1 столбик провязываем, в следующую петлю 2 столбик. В следующую петлю делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. Опять столбик без накида, столбик без накида. 2 столбика без накида в третью петелечку. Снова столбик, столбик, прибавка. 2 столбика в одну петлю. Опять столбик провязываем. Столбик, 2 столбика. Прибавление в одну петелечку провязываем 2 столбика. И последний, шестой. Раз,
столбик, столбик, последнюю петелечку провязываем, 2 столбика без накида. У нас еще прибавилось 6 петелек, то есть 18 плюс 6, 24 петельки в конце ряда, 24 провязанных столбика. Ставим маркер в начало ряда и будем снова делать 6 прибавлений в ряду. Но чередовать будем уже 3 столбика без накида прибавления. То есть провязываем в первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, в четвертую делаем прибавление. Провяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, начинаем. Первый столбик в первую петлю, второй столбик во вторую петлю, третий столбик в третью петлю, а в четвертую провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3 и в четвертую прибавление 2 столбика в одну петлю. Один столбик, сюда же второй столбик. Снова столбик, столбик, столбик и прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, третий столбик и 2 столбика в одну петлю в четвертую петелечку. Столбик 1, далее столбик 2, столбик 3 и в четвертый столбик делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И последний раз провязываем 3 столбика в каждую из петелек по столбику. И в четвертую делаем прибавление, провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. В конце этого ряда снова добавилось 6 петелек. Как вы видите, у нас уже есть такие вот треугольнички грани. Видно, где мы делаем прибавление. И если присмотреться, у нас, начиная уже со второго ряда, видно, где раздваивается петелечка. То есть вот так вот из одной петелечки вывязано 2 столбика. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Их очень отчетливо видно, поэтому, я думаю, здесь тоже не должно возникнуть вопросов. Переставляем маркер в начало ряда, как всегда, и находим первую петелечку в ряду. Она у нас самая первая. Теперь мы снова прибавляем 6 столбиков в ряду, поэтому будем чередовать уже 4 столбика и в пятый делать прибавление. Начинаем. Первый столбик, столбик, во второй столбик, столбик, в третий столбик, в четвертый столбик, а в пятый, если вы присмотритесь, у нас уже идет прибавление, то есть вот оно раздваивание идет петелечек в каждом ряду. Мы здесь же над ними и делаем раздваивание, то есть делаем прибавочку по 2 столбика без накида в одну петлю. И снова повторяем столбик, столбик, столбик. Столбик 4 раза по столбику. И в пятый столбик делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, 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 столбик 4. И прибавление 5, 6 делаем в пятую петелечку. И так продолжаем до конца ряда. Столбик, 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 столбик. И в пятый столбик делаем прибавление. Пятый и шестой столбик в одну петелечку провязываем. И так еще 2 раза. Сделали прибавление последнее, где у нас стоит маркер. И снова ставим в начало ряда. В начале ряда мы уже снова видим, где у нас грани. Поэтому мы сейчас будем прибавлять очередные 6 прибавочек делать в ряду. Но чередуя уже через 5 столбиков без накида, а в 6 столбик делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. То есть просто добавляете с каждым последующим рядом по одному столбику между прибавками. То есть в прошлом ряду у нас было 4 столбика, сейчас будет 5, затем 6, 7, 8 и так далее до нужного вам диаметра кружочка. То есть до нужного диаметра. Вы расширяете, расширяете до нужного. Вот она у вас серединочка. И постепенно он будет увеличиваться до определенных размеров, задуманных вами.
Итак, начинаем провязывать с первой петелечки 5 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. Третий столбик, далее четвертый, пятый. А в шестой, вы видите, у нас идет раздваивание, поэтому мы сюда так и провяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова первый столбик, затем второй столбик во вторую петлю, третий столбик в третью петлю, четвертый столбик в четвертую, пятый в пятую. И 2 столбика без накида в одну петлю, то есть прибавочка в шестую петелечку. Итак, провязываем до конца ряда, чередуя 5 столбиков без накида. В шестой столбик делаем прибавление, 2 столбика без накида провязываем в одну петелечку. И так далее, до конца ряда провязываем, чередуя столбики с прибавочками. Провязав последнюю прибавочку, у нас получился вот такой вот кружочек. Диаметром у меня получился кружочек 7 сантиметров. Вы провязываете в последующих рядах до нужного вам размера, прибавляя постепенно между прибавочками по одному столбику. То есть мы сейчас с вами последний ряд провязали 5 столбиков прибавка, значит следующий ряд у вас будет 6 столбиков прибавка. И так до конца ряда 7, 8, 9 последующих рядах по одному столбику между прибавками. Я надеюсь, что вам было все понятно. Конечно же, понравилось, я надеюсь. Кончик вот этот, который у нас на изнаночной стороне, вы вдеваете в иголочку и прячете помеж вязанием. Для тех, кто учится, для тех, кто уже умеет, просто по ходу вязания завязываете, как прячете кончики следующей ниточки, как меняете когда цвет ниточки, вот. Я надеюсь, что здесь тоже вопросов возникнуть не должно. Если что, задавайте обязательно в комментариях вопросы. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!